пойти на эту сцену. А вы, дорогие друзья, давайте поддержите нашего победителя громкими аплодисментами. «Россия-1». Национальный отборочный конкурс, который завершился, мы узнали победителя. Ну что ж, мы все сейчас его ждем на этой сцене, конечно же. Вот они, наши герои. Петр Малич и его блистательный музыкальный коллектив. И, внимание, диплом победителям вручают обладатели Гран-при Евровидения 2008 и 2009 Дима Билан и Александр Рыбак. Вот она, передача бесценного победного опыта. В Осло, в мае, в норвежской столице. Мы будем болеть и переживать за ребят. Александр Рыбак и Дима Билан торжественно наших победителей вручают диплом. Дима, наверное, дружеское рукопожатие. Еще раз аплодисменты, спасибо огромное, поздравляем вас. Спасибо, Дима, спасибо, Александр. Мы поздравляем наших победителей. Браво, ребята, так держать. Успехов вам в Осло. Photos. What should I do with them? Don't drop them to the fire. Oh.